Житель Канады побил мировой рекорд по времени пребывания с пчелами на голове. Хуан Карлос спокойно просидел 61 минуту, в то время как его глаза, нос, рот, уши и щеки плотно облепили насекомые. Мужчина-пчеловод в 4-м поколении. Он признался, что совсем не испытывает страха перед насекомыми и хочет, чтобы и другие люди не боялись пчел. Напомню, предыдущий такой рекорд принадлежал жителю Китая. Пчелы на его голове находились 53 минуты.